Вершки с капустой? А когда они приготовлены? Маркировка где? Упаковка где? Почему вы выкладываете без упаковки и маркировки? Виктория, вы признаете правонарушение или нет? Я не буду вам отвечать. Признаю я, что-то не признаю. Продукцию снять с реализации. Снять полностью, Виктория. Ну что, опять нанесена моральная травма. Просроченный на сутки круассанчик. Будем до 25-го, до 13.39, по-моему. Это капец. Это они исправили, что называется. А я смотрю, маркировка другая. Слушайте, здесь маркировка вот такая, это уже другой день. Это 26-го. А эта маркировка белая. До 25-го. Вот, Денис, как раз тот случай, когда, если бы не было маркировки, ты бы не узнал, что они просрочены. Конечно, поэтому и добиваемся, чтобы всегда была маркировка. А так бы не сказали, да это мы сейчас приготовили, у нас там в электронном виде все показано. Но вам показывать не можем без маркировки. Угу. Ну, та же самая. Вообще ничего нету. Можно попробовать на органолептические свойства. Сейчас я попробую. Если он хороший, да даже если хороший. Хороший, нехороший. Так. Что тут они предлагают населению? Им же самим удобно на кассе. Не надо смотреть, а какая же это булочка. Пик-пик-пик-пик, да? Просрочка, да пофиг. Пик-пик. Ой. С чем-то. Не знаю, с чем. Чем-то. Гадость полная. Ну, тут самое. Тоже без маркировки. Что-то с чем-то. Ну, ты все-то не ешь только. Не, они эти деревянные вообще. Ты что, мягенький? Это даже не мется уже. Придется скорую вызывать. Надеюсь, что нет. Я все не буду есть. Так, вот это у нас свежие маркировки. А это вчерашняя, наверное, маркировка. Но правда свежая. А булка-то деревянная. Нет, постучать об дерево. Блин, где найти дерево? Не знаю. Но она вообще деревянная. То есть ты не доверяешь маркировке, да? Да я не доверяю. Ага, доверяю. До 25-го срока годности. А, то есть она просрочена? Сплошные травмы. Мне кажется, она просрочена. Ну ты держись. Смотри, что это. Двое суток назад, потому что она вообще никакая. Так, где это взял-то? Здесь, да? А тут что, просроченные, да? Да, все просрочено. Мне кажется, они все, но они даже по твердости. Они деревянные. Так бы можно было все купить, но они так их есть, они все. Умерли уже. Да. 25.00.17. А сегодня 26 уже 13 часов. Ну, понятно, полтора суток куда уже. Вот, до 26-го, до 11.25. А время у нас 12.15 почти. Ага. На час. Так, может быть, пускай кто-нибудь из работников все перепроверит, а мы потом следом проверим. Ну, верно. Девушка, а почему у вас просрочка на сутки и более булочек? Что? Ну, вот у меня уже в тележке он набралось. Что? Мне пока еще много не выпустили. Так нас больше, чем на сутки. Вчера должны были снять днем. Вы выкладываете его? Вы вообще ничего не снимаете, что ли? Ну, утром вы пришли. Зачем выкладывать и свежие, если старые не сняли? Вот, до 25-го, до 11. Ну, то есть все просроченное лежит, да, я так понимаю? Ну, а что люди возьмут, из очков-то не увидишь. Вот будем до 25 числа. Это вообще без маркировки. Угу. Очередной раз. Ну, пропустили. Как они любят говорить, человеческий факт. Да, да. А то, что остальное тоже все просроченное. Вообще, на час, что ли, получается.
это опять без маркировки. Опять просрочено, без маркировки. Без маркировки. Просроченная. Слушай, надо две тележки, наверное, еще взять. В одну. А хотя нет, у нас же все просрок. Тоже без маркировки. Это ребенка помоги выбрать булочку, которая посвежее. Чтоб не просроченная была. Ты хочешь булочку взять? А я же просроченная. Ну, здесь, да. А у нас у них. Вот смотри. Ты когда что-то покупаешь, всегда смотри на сроки годности. Смотри сейчас. Ну, вот здесь написано будем до какого? 25. 25. А сегодня у нас? 26. Вот так. Возьмешь случайно и все. Даже многие берут на сроки годности не смотрят. Ну, что-то не посмотрел. Угу. Мужчина, а что сроки-то не посмотрел? Иди ты нахрен, а может ты пойдешь? Давай я погажу, ты поешь. Не хочешь? Она тоже теплая будет. Как сейчас ты якобы теплая сделал. Мастер другой. Стараешься для людей, да? Вот такое стадо порой так все ведет. Денис, не делай добра, не получишь говна. Да, да. А как по-другому? Я по-другому даже не могу назвать таких недолюдей. Тоже, смотри, что-то промаркировано, а это не промаркировано. А вы как, выборочную маркировку вообще ставите? Или плевать, что-то где-то поставили, а где-то и не будем ставить? Девушка. Хорошо, вы номера взяли, просрочку подогрели и... Да-да. Слушай, я не удивлюсь, что тут все запаковано, то, что в прошлый раз было наутилизировано. Угу. По документам. Я сейчас скажу, какие булочки. Вот эти. Я в прошлый раз показывал, что они были деревянные. Угу. И вот они сейчас, они сейчас вообще стали полностью. Угу. То есть это не такой срок, какой они здесь сказали. Это не сутки, это уже где-то 72 часа. Поэтому какой вывод? Не надо верить их документам об утилизации. Нужно прям, чтобы при нас его заливали чем-то. Тем более, учитывая то, что она говорит, ей не надо читать, достаточно пропикать и по остаткам списать. Угу. Пусть при нас это все пакет и заливает какой-нибудь химик. Они-то, может быть, и списали, но в итоге продали. Девушка, так вы чем занимаетесь вообще, не понятно? Это у вас просрочка не промаркирована, вчерашние лежат, да? Вот, в трех булочках опять ничего нет. Какой маркировка? Ага. Ну, это, видимо... Цукерберг виноват и Microsoft. А что это вообще? А это сосиска в течение вообще 3 часа срок годности. Они сколько они там пишут? А сколько они пишут на сосиску в течение? Сосиска в течение, вообще все, что... с творогом, с сыром, с колбасой. Должно, ну, сосиски, колбаска и курица, они должны реализовываться плюс 2, плюс 6 температуры. При более высокой, да, в ТУ написано, реализация не допускается. Но при температуре зала, ну, максимум у него срок годности 3 часа. У них оно лежит, сколько они пишут срок годности? Двое суток на сосиску в тесте. Двое суток. И температура указывает, а какую температуру они указывают? Вот как мелко все написано. А, не выше плюс 25, 24 часа. А на маркировке стоит 48 часов. Интересно. 24 часа, температура не выше плюс 25. Видно? Угу. То есть получается 24 часа, а в маркировке они пишут. Соответственно, это тоже просрочено, это надо все снимать. Потому что по их маркировке, то, что написано, 24 часа, ну никак не 40, не 48. Так, 24 часа, вот это тоже, а нет, это 26, это свежее, 25, вот она, 26. А все, что 25 можно снимать. У меня срок годности не на 27, а до 26. Надо же, как обманывают потребителей. Денис, ты сейчас практически весь хлеб снимаешь. Так, может быть, позовем работника? Ну, ты посмотри, у тебя прощу, ну, так, надо полтележки.
Ты почти девушка, все снимаешь. Может быть, поможете нам снять просрочку или руководителя пригласите? Я расскажу, почему это все просрочено. Но все остальное – это обман потребителя. То есть на маркировке у них указана одна информация, на самом деле она другая. Девушка, вы нас слышите? Отстаньте. Ты не обордела? Ты кому сказала «отстаньте»? Не работаю. Где моя камера? Слушай, ты обордевшая. Да ты людей травишь, а не работаешь ты. Почему маркировка? Все просрочено у тебя. Че молчишь-то? Давай еще раз вякни что-нибудь. Директора быстро пригласила. Или я что грубее начну говорить? Понимаешь, нет русского языка. Че вякаешь там? Еще раз. Говорю, не понимаете. Мужчина, аккуратнее, много просрочек. Безумное количество просрочек. Меня слышишь, нет? Не слышишь? Из ушей бананы достань, может, услышишь. Какие бананы? Не знаю, что у тебя. В ушах или во рту у тебя что-то торчит. Ты что будешь вякать еще там? Директора быстро пригласила сюда. Отстаньте. Ты смотри, какое отношение, отстаньте. Ты охренела совсем там, что ли, блин? Ну, на это однозначно, мяч ему отправить будет видео. Пускай посмотрит руководитель, супервайзер или кто там, начальник охраны, как работники, обордевшие уже здесь. Директора ты позовешь или нет, ты будешь там перешушукивать там что-то. То есть тут глухие или тупые? Ты тупая? Вопрос задал. Или глупая? А, глупая и тупая одно, тоже нет. Дамочка, шапочки. Женщина, у вас есть руководитель, которому вы подчиняетесь? Может, не женщина, может, это бабушка. Бабушка, у тебя есть начальник? Или как вы любите называть, хозяин? У тебя хозяин есть? Так что будем делать? Ну, наверное, надо звать кого-то. Ну, да как ты будешь звать? Я просрочку туда буду бросать. Может, и просрочку накидывать? Потому что она уберет, так будет убирать, начнет убирать хотя бы. Владимир Владимирович. Денис, я не знаю, что надо делать. Ну, кроме как полиция, я больше другого выхода не вижу. Ну, сейчас мы попробуем. Мы она игнорирует просто. Руководство не выходит. Единственное, у тебя есть звонок на горячую линию, можно позвонить, что вот. Можно такая позвонить. Реакция. Слушай, я вообще, я в шоке, я не могу, не знаю, что сказать. Только просрочки, опять без маркировки. Денис, а сделай звонок на горячую линию, а потом посмотрим, подойдет к нам кто-нибудь или нет. Давай. Если все способы, которые мы испробуем, не помогут, тогда полицию вызовем. Ну да. Я в шоке. Что за отношения? Отстаньте. Что за быдло? Ну что, занято? Видимо, столько... Только звонят, жалуются. Вот хлеб деревянный. Написано 25 число. Он реально твердый. Ну не может быть. Да что, постучать-то? Где тут что-то есть? О! Нет. Даже не знаю, но он твердый. Ну потрогай, вот. Он вообще деревянный. Какие тут? А по маркировке когда у нас изготовлено? Даже и прогноз прогнул наконец. Маркировки 25-го изготовлены. То есть вчера? Да, вчера. А срок годности у него какой? 48 часов. Ну это те же самые буки, скорее. Слушай, вообще занято все. Слушай, а можешь позвонить, который вот супервайзер Октябрьского района, может, на телефон подскажет? Да, да, да. Не, ну так не должно быть. Должно кто-то уже давно к нам подойти и выяснять проблемы, какие существуют. Ну, явно не посылать нас. Ни Виктории нету, ни Эдуарда нету, никого нету. Ну, да.
Всех уволили, что ли, или что? Женщина, в чем проблема позвать руководителя? Не могу понять. Слышите меня? Ага, молодая девушка, да? Девушка, вы можете позвать руководителя? Это же несложно сделать. Просто отвлекитесь на минуточку. Слушай, а может сюда глухонемых сделать, не? Я думаю, сюда тупой сделать. Будем надеяться, что у нас все-таки глухонемая, а не тупая. Слушай, ну смотри, половина булочек без маркировки, половина с маркировкой. Ушла, надеюсь, пошла за руководителем. Вот, понимаешь, вот пока не доведешь человека до состояния, что он отпадет, там сейчас будет жаловаться, плакаться и тому подобное. Не, ну это ненормально. Это ненормально в таком количестве просрочки. Практически весь клетка он 50% снял. Да это жесть. И это при наличии маркировки, понимаешь? А если бы не было маркировки, я им сейчас говорю, это свеженькое все. Конечно. Только-только изготовлено. А, это слойка сосиски. Так, это что у нас? Это не знаю что. Ну, надо попробовать. Ты знаешь, что это? Ага. Ты какой-то остаток оставляешь, чтобы оставался? Угу. Он идет руководитель, наконец-то. Это сыром, что ли? Не поймешь. Добрый день. Это колбасой. О, новая девушка. Здравствуйте. Ну, просрочку сюда найти. А что это? Когда это приготовлено? Ну, сейчас у меня, значит, будет пекарь писать. Смотрите. Годен до какого числа? Я не увижу. 25 число. 10. Да? Вот эти замечательные булочки мне нравятся. Вот эти, по-моему. А что ты изготовлено, читать? Изготовлено 25 числа, 10.00, годен до 27 числа, так? А сверху написано срок годности 24 часа, а не 48. Программа дает автоматически. Это обман, потребитель. И помимо того, что это обман, это уже просрочено. Изготовлено 25-го, 11.10.30. Срок годности 24 часа. При температуре не выше плюс 25. Хотя на самом деле у нее реализация только при плюс 2, плюс 6. Нет. Ну что нет, ты почитайте, будете знать, что да. Нет. Что нет. Сошлись на закон. Ну вот эту бумажку хорошо, сошлись. Я не буду сейчас. Да, ну закон там... не знаете, я понял. Не то, что закон не знаю, я не буду с вами там ругаться и так далее. Мы не ругаемся, я вас спрашиваю, почему столько много немаркированных товаров? Я еще раз объясняю, что у меня сейчас пекарь будет писать. Объясните мне, чего не буду. Ну и, наверное, это при нас все-таки утилизировать, потому что вот эти булочки, вы хотите сказать, что за вчерашние? Нет, конечно. Нет, конечно, по маркировке, да. Вот эти вот булки, они очень часто сами по себе становятся, они даже когда выпекаются, то есть они вот такие вот сверху дубовые. Конечно, с всех сторон дубовые. Вот, смотрите, я покупала домой, оно вот на следующий день становится вот таким. Я купила вечером, то есть с выпечки, с вечерней, и оно у меня на следующий день стало вот такое вот. Они вот с этим что мы делаем? И при нас утилизируют. Может, я не хочу, чтобы это... А можно узнать, как вас зовут, с кем вообще общаемся? Галина Владимировна. Да, Галина Владимировна, вот смотрите, это как бы понятно, замечания, они как бы есть во всех магазинах. А само отношение, каким образом ваши подчиненные общаются с покупателями? Когда мы неоднократно пытались вызвать кого-нибудь из руководства, да, нам знаете, что ответили? Отстаньте от нас. Ну, отстаньте от меня. Да, сейчас вот, сейчас. Вот это делается. Соответственно, как бы, Денис немножечко нагрубил для того, чтобы как бы все-таки произошла та реакция, которая нам необходима, чтобы вызвали работника. Ира, почему ты меня сразу не позвал?
А ко мне нет, я работаю. Я говорю, посольство снять не хотите? Мне нет. Так. Вот даже вам она сейчас ответила. Я поняла. Значит, будет объяснительно. Пойдемте тогда, я при вас спешу. Нет, вы принесете пакет, можете списать. Носите. И здесь списываете пакет. Давайте все это спишем просто на складе. Нет, туда мы не будем. На склад мы не пойдем, на склад не пойдем. Да мы все равно. Мы туда вот рядышком пойдемте, спишем. Просто я уже бумажкам не верю, а в списании. Лучше, конечно, чтобы было попорчено. Чтобы повторно не было выложено на продажу. Ну, видимо, нет. Снята маркировка на сроки годности. Но вынесли не 10 суток. Ну, отложи, пускай она подойдет и пояснит. Ну, что она где-нибудь в грибах там закопала, маркировка. Нет, визуально видно, что грибочки там уже... Потемнели, да. Уже все, срок у них истек. Еще грибочки вот у вас нашел. Вот я думаю, что они просроченные. Неспроста маркировку-то сняли. Отвалилось, видно, что ее оторвали, не отвалилось. Визуально видно, что грибы добрые. Тем более, в таком закрытом холодильнике меньше срок не может. Сказать, что они вот это не хорошие грибы. Вот это вот будет хорошие. Да где он хороший? Хороший это вот такого плана. Но одному повезло, он хранился. Чтобы назад это не выложили, я это беру так. Они не попали назад в оборот. Да, Владимир Иванович? Да, конечно. А то вот эти списания... Здесь я не могу с тобой не согласиться. Пропало доверие к вашему магазину. Может, это на второй раз научит смотреть сроки годности и маркировать эту продукцию. Вы нанесли мне моральную травму. Денис, надо, мне кажется, уже в больницу обращаться. Столько травм, мне кажется, один человек не может вынести. Да, в третий раз, наверное, так и сделаем. Директора не уволили еще, нет? Нет, почему? А, пока нет, да? Ну, это пока. Первый раз. Стало лучше, но не совсем. Еще и хуже в чем-то. Я бы не сказал, что стало лучше. Стало просто более видно. Нет, стало даже хуже. Нам в прошлый раз хоть не хамили. Ну да. Сегодня нам уже хамят. Это второй звоночек для руководства будет. Просроченные. К вам же приезжает, даже кто-то выбирает это дело. Наверное, довольный будет. Поросята будут есть. Магазины забирают? Насколько знаю, нет. Насколько знаю, что эти... Кафе. Кафе. Ресторан. Да, господи, ресторан. Детские сады. Ну еще, да, давайте детские сады будут просрочку. Для людей, у которых домов нету, ну, то есть... А, для бездомных? Да, для бездомных. Здорово, то есть просрочка травит бездомных. Они бедные так чуть выживают, их еще и добивают этим говном. Почему вы именно решили, что так? Ну, а где у нас? У нас финоферм-то нет. Золотые слова. Нет, но потом ездят вот эти машины, я думаю, что там бичи собираются, останавливаются, выгружают, им отдают бесплатно. Я не знаю, я этим не занимаюсь. Нет. Человек просто так не будет об этом говорить. Но это, конечно, жесть. Это меня повергло в шок. Под камеру, так можно сказать. Началось вот с хамства. Ну, очень много просрока, который действительно подтверждается маркировкой. Не зря мы на этом настаиваем постоянно. Пока руководство их не накажут со своей стороны выговором, понижением должности, то в этом магазине ничего не изменится. Не забудьте подписаться на канал Мамаев Про и просрочка без цензуры. Ну и если что, там донатика, может кто скинет.